О, привет, доченька. А чё так рано? У меня сегодня практика начинается. Ты забыл? Точно. А у меня все дни перемешались в голове. Представляешь, оказывается, британские ученые выяснили, что никотин плохо влияет не только на сердце и легкие, но и на память. А британским ученым, я смотрю, не имется, да? Но мне-то без разницы. Я же бросил. Не забудь выпить таблетки. Две перед завтраком и две после. Ты зарядку сделал? Все в тебе, милочка, хорошо. Но я вот иногда думаю, может быть, все-таки лучше было бы, если б ты курила. А то ты все помнишь. И когда мне таблетки пить, и когда к врачу. 3 километра, пап, не меньше. Я вот иногда мечтаю, милочка, чтобы ты наконец-то нашла себе мужа и издевалась уже над ним. Не мечтай. На, держи. На. Две перед завтраком. Да, 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 да. Все, я побежала. Мила, сегодня день рождения. Ты поедешь со мной? Нет. Мила, это же мама. Заблудились, барышня? Я не барышня. Я практикантка. Ищу отдел кадров, у вас здесь как-то все непонятно. Как фамилия? Пятница. Ну, фамилия такая. Это я понял. Мила. Мила Львовна. Так точно. Вам про меня сказали? Знаете что, Мила Львовна? Пойдемте ко мне в кабинет. Прошу. Мила Пятница. Мила Львовна. Ну надо же. На мать похожа. Ты совсем меня не помнишь? Мы же с твоим отцом не разлей вода были. Гости вы к нам приезжали. На дачу. Я тебя на коленках держал, не помнишь? Вы в Москву давно вернулись? Алексей Егорович, с какого перепуга робот захапал себе дело антиквара? Хамовники – это мой район. Ишь ты, возмущается она. Алексей Егорович, у меня уже швец на место выехал. Роговцы ему работать не дадут, я их знаю. Ладно, ладно, остынь. А то на тебе чайник кипятить можно. Получишь ты своего антиквара. Спасибо. Анна Михайловна, практиканка тебе тут. Алексей Егорович, у меня серьезное дело. Мне когда детсадом заниматься? Меня вообще-то в архив направили. С архивом уладим. Все, выполняйте. Надеюсь, ты понимаешь, что мне не до тебя. Я и сама к вам не собиралась. Но приказы не обсуждают. Значит так, в дела отдела не лезть. Сидеть тихонько в уголочке и не отсвечивать, поняла? Это мой приказ, раз ты теперь у меня в подчинении. А сейчас в каком уголочке сидеть? Усачева 6. Максим Олегович Швец.
Найдешь его и сама объяснишь, с какого перепугу ты нам на голову свалилась. В общем, народ тусит, мужон, все дела. А она как вцепилась мне глазами, так не отпускает. Я прям обалдел. Да ну? Да, такая красотка и запала на меня. Ну, ты у нас парень-то видный. Ну, познакомились туда-сюда. И она мне сразу говорит, а поехали к тебе? Вот так сходу? Ну, да. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Угу. Ну что ж, спасибо, что зашли нас навестить. Надеюсь, ненадолго. Но тут не до вас уж, простите. Рогов, да мы бы простили, но вот Анна Михайловна, ты сам знаешь, что это дело она тебе не отдаст, зубами отгрызет. Ну, это мы еще посмотрим. А будешь сопротивляться, вместе с пальцами отцепят. Угу. Ага. Ну что, кому докладывать, товарищи опера? Мне. Нам. Понял. Что мы имеем? Утром соседи заметили, что дверь в дом антиквара приоткрыта. Ну, сначала подумали, может быть, домработница торопилась, забыла закрыть. Потом все-таки решили заглянуть и обнаружили тело хозяина дома. Власова И.В., а рядом с ним неизвестного мужчину. Личность неизвестного мужчины установили? Да погоди ты бежать вперед паровоза, капитан. Да человек договорит. При нем были документы. Смирнов Георгий Николаевич. Обнаружен без сознания, но жив. Пока. В отличие от Власова. Судя по колотой ране левого подреберья, он был убит ножом для резки бумаги. Нож лежал рядом с телом. А вот это? Думаю, этой статуэткой получил по голове Смирнов. Вещь достаточно тяжелая. Сотрясение мозга, отключение сознания. И более этого добра в квартире полно. Да уж, бери любую, лупи по башке. Что с отпечатками? Ну, ручка на ноже тканевая, с нее мы вряд ли что-то сможем получить. А вот на статуэтке пара нечетких отпечатков Власова есть. Ну да, да. Вещь-то резная. Много мелких деталей. О чем и речь? Из дома что-нибудь пропало? Домработницу-то просили. Когда? Мы сами только недавно приехали. Ну, по крайней мере, следов взлома нет. А, есть еще одна интересная деталь. Вот. Лежал под столом. Ну, если кто-то из жертв потерял? Ну, если только Смирнов. У него на шее крест есть. Гранат! Мария! Антуанетта! Нужно позвонить на станцию, чтобы машину поменяли. Гранат. Ага, точнее. Мария! Антуанетта! Девушка, что это вы тут делаете? А вдруг это имеет отношение к смерти антиквара? А откуда вам известно про антиквара? От Орловой. Она меня сюда послала. Вы швец? Хм, вот еще. Там он в доме. Мешает следствию. Пройдемте. Капитан швец, к вам тут девушка. Ко мне? Я практикантка из юрокадемии. Майор Орлова сказала, что Максим Олегович ознакомит меня с делом. Ребенок, а ты ничего не перепутала? Я никогда ничего не путаю. Ну, раз майор Орлова так решила... Сергеич, приобщи к вещдокам. Практикантка нашла.
Походу, вам пора брать практиканку и ехать отсюда, ребятки. Купите лучше девочке мороженое. Дело антиквара наше. Я понял, товарищ полковник. Так точно. Уже нет. Собираемся. Посмотрим, как вы с антикваром без нас разберетесь. А вы на каком курсе? Заканчиваю. На пороге взрослой жизни. А вас как зовут, простите? Мила. Мила Львовна. Вы, Мила Львовна, будьте с ним осторожнее. Демин у нас главный Казанова. Каждую ночь новый роман заводит. Так спасибо, что зашли. Вы нам очень помогли. И вам не хворать. Иван, для тебя задание. Опроси соседей, поговори с домработницей, узнай, так сказать, окружение Власова. Так точно, товарищ капитан. Сейчас. А мы с Милой Львовной посмотрим, что у него внутри в теле. Со мной нужно без отчества, я не люблю этого официоза. Ну, я не привыкла так общаться со взрослыми людьми. Так можно тело забирать, товарищ капитан? Да, зови ребят, везите сразу к Жеке, я туда подъеду. Значит, Мила Львовна. Если хотите, можно просто. Мила. Простите, разве здесь можно курить? Швец, ты кого привел? Спокойно, девочки. Вообще-то, конечно, нельзя. Но если лучшему судмедэксперту управление хочется, немножко можно. Ну, ты не надейся, что я тебе тут сразу картину преступления выдам? Вы бы еще раньше своего жмурика прискакали. Мне же надо в глаза ему взглянуть, познакомиться. Че, поехали. А этот второй, типа шишкой на голове, в больничку отправлен? Смирнов, да. Статуэткой по голове получил. Ну, это я поняла. Мужики повздорили. Один другого статуэткой шандарахнул. А тот шандарахнутый, теряя сознание, успел вколоть ножик в тело обидчика, так что ли? Не нравится мне этот тон. Чувствую, я тут подвох. Правильно чувствуешь. Положение тел сопротивляется твоей версии. Далековато их разбросало. Удар-то слабенький. Сделан без замаха, явно снизу. А этот, как его, Смирнов. Он высокий, судя по фото. Думаю, больше 180. Ну вот. Вряд ли он присел, чтобы нежненько так пырнуть антиквара. Да, Смирнов не мог замахнуться, так как ему в этот момент уже шандарахнули, как вы говорите, по голове. Оседая, он же мог нанести смертельный удар Власову. Разве нет? Давай сначала дослушаем судмедэксперта, хорошо? Даже если учесть, что Смирнов ослабел и падал, рана была бы касательной и все равно сверху вниз. Судя по расположению тел на фото, Смирнов мог нанести удар, только сильно замахнувшись, а характер раны Власова говорит о том, что удар с очень близкого расстояния и снизу. Чуйка говорит мне, что пырнул твоего антиквара кто-то пониже и пожиже. Может, даже баба. Потому как все беды у мужиков из-за баб, сам знаешь. А у женщины из-за мужчин? А у женщин вообще от чего угодно. Особенно у тех, кто, ничего не понимая, лезет в отдел Орловой. Трудно вам, наверное, с таким подходом к жизни строить отношения с людьми.
трудно с любым подходом. Я потому вон с ними отношения и строю. Они не возражают и дурацких вопросов не задают. Да я же говорю, что вроде ничего не пропало. А что у него там в шкафах запрятано, я не знаю, я туда не лазила. Убиралась там, где дозволено. Тамара Ивановна, посмотрите внимательно. У Власова был такой крестик? Нет, не видела. У него здесь столько всякого барахла, я особо-то не приглядывалась. Может, женщина какая оставила? Была у Власова женщина? Да нет, не было у него никогда никакой женщины. Жил как сыч. Только особенных клиентов пускал. И то редко. А родственники у него есть? Ну, я только сына знаю, Кирилл. А Болтус и игрок. Ну, вот нигде не учится, не работает. Лишь бы у отца деньги тянуть. Он даже однажды у Игоря Вениаминовича кругленькую сумму стащил. Вот столько шума было. Игорь Вениаминович из-за этого его от дома отлучил. А, то есть Кирилл в последнее время здесь не появлялся? Нет, был пару дней назад. Со своей девушкой. Но они опять с отцом собачились. Я как раз тут прибиралась. Ну, в общем, ты понял. Денег не получишь. Ну и скотина же ты! Кира. Пойдем же, Жаносик, отсюда. Пойдем. Вот какого себе сынка нажил. И соседи утверждают, что видели сына Власова вчера вечером у дома антиквара. Так, сына срочно проверять. Идем дальше. Со слов домоработницы, любовницы у Власова не было. Совершенно верно. А жена? Давно умерла. Какие соображения? Я считаю... Простите, Максим Олегович. Я бы сначала хотела послушать нашу практикантку. Я считаю, что главная улика – это крестик. Почему? Потому что он явно принесен кем-то со стороны. С чего вы так решили? На Власове крестик был. Судя по обстановке в доме Власова и по его внешнему виду, он не купил бы такой дешевый крестик ни себе, ни даже любовнице, если таковая и была. Крест мог принести Смирнов. Да. Но Смирнов без сознания, и мы не можем пока его спросить. Получается, мы в тупике. Главная улика – крестик, а спросить о нем некого. Анна Михайловна, разрешите. Максим Олегович, я не договорила. Так вот, получается, у нас два подозреваемых. Смирнов и сын Власова Кирилл. Раз со Смирновым мы поговорить не можем, поговорите с Кириллом. Вопросы есть? Ты что, типа, я тут рыдать должен? Отец на меня плевать хотел, ему как кость в горле все жил. Да и он для меня примерно так же. Значит, вы не отрицаете, что с отцом у вас были напряженные отношения? И что с того? Думаете, из-за этого замочил, что ли? А нафига? Смысл-то какой? Наследство. Да не смешите меня. Он все свое бабло и побрякушки давно музей в Саратове отписал. Родился он там и вырос. Ой-ой-ой, как трогательно. Родному сыну фиг чего. Вы просто могли украсть у него деньги, как делали это неоднократно. Допустим, вы пришли, и отец отказал вам в помощи. Снова. Вы его и убили. А вот этого не надо. У меня алиби, я всю ночь играл. Так что до свидос. Я устал, спать хочу. А вот соседи утверждают обратное. Вас видели вечером у дома отца в день убийства. Сядьте. Да он меня даже на порог не пустил. Сразу выставил, и я поехал в клуб. Это мы обязательно проверим. А сейчас у нас есть все основания, чтобы вас задержать. Беспредел какой-то. Это что за дела? Кто такой Смирнов Георгий Николаевич? Его нашли в доме вашего отца. А я откуда знаю? Пишите фамилии и номера телефонов всех, кто был с вами в клубе. Всех, кого помните.
где наше новое приобретение, практикантка? Отпустил в архив диплом писать. Ты напомни, чтобы не забыла мне отчет сдать по вещам в доме Власова. Утром жду у себя на столе. Вот тебе на, работница нашлась. Метро уже скоро закроется. Давай, дуй домой, детка. Это мне, старушке уже, ничего не страшно. Хоть ночью ходи, хоть днем, все равно никому не нужна. А ты, молодая, красивая, как поедешь? Мальчик есть у тебя? Встретит? А что, если мальчика нет, то все? Домой не доберешься? Я, может, на машине. Нет у тебя машины. Врешь ты все. Я вон видела, как ты на часы посмотрела. Я 20 лет в управлении работаю. Могу сама Шерлоком Холмсом быть. Все, сидишь? О, еще один полуношник. Здравствуй, Марья Петровна. Привет, привет. Отчет не забудь Орлову сдать. Точно. Так, завтра. Завтра все отчеты, ночь на дворе. А ты, Максим, мог бы девочку домой довезти. Как вот она одна по ночи пойдет, а? Я не маленькая девочка, как вы тут все считаете. Я прекрасно доберусь сама. Вот как раз сейчас ведешь себя как ребенок. Во-первых, девушке ночью одной опасно. Это стереотипы. Нет, это правда жизни. А во-вторых, у тебя был сложный первый рабочий день. Глупо отказываться, когда коллега предлагает тебя подвезти, согласись. Простите, я не заметила, как заснула. Провалилась. Крепкий сон, здоровые нервы. Уже что, 3 часа ночи? Мы что, так долго ехали? Не хотел тебя будить, сделал пару кругов по Садовому. Не надо было так делать. А во сне ты улыбаешься, и это тебе идет гораздо больше. Спасибо, что подвезли. Простите, что так вышло. Получается, все на месте. О. Ты уже вся в трудах? Не выспалась? Ну, а что так рано? Я еле встал, такая ночь была. То есть, пока мы тут с Милой Львовной работаем, ты, значит, всю ночь пускаешься во все тяжкие? Не только. Я, например, проверил алиби Кирилла. Там все чисто. Он реально был в клубе. А я проверила вещи в доме Власова по каталогу. Все на месте. Тогда варианта два. Либо мотив убийства был другой, либо это все-таки была кража, но неудачная. И кто вор? Смирнов? Все в сборе. Прекрасно.
Только, Анна Михайловна, мы с Милой Львовной должны ехать в больницу. Там звонок поступил, что Смирнов очнулся, нужно его срочно допросить. Пятница? Да. Вы списки по каталогу Власова проверили? Да. Вот они. Все на месте. Мила, пойдем. А у тебя какие новости? Подтвердилось алиби Кирилла Власова. Можно его отпускать. Отпишите здесь и здесь. Я могу идти? Еще один вопрос. Вы же не против помочь следствию? Что еще? Вашему отцу в последнее время никто не угрожал? Пару дней назад, когда я приходил к нему за баблом, у отца был один чувак. Они вроде ругались. Я даже слышал, как кто сказал отцу, что он плохо кончит. Типа отец его обманывает. Как выглядел этот человек? Высокий такой, сухой, лет за 40. Он? Да, он. Спасибо, Вань. Я понял. Зачем вы приходили к Власову 21 числа и угрожали ему? Вас видел свидетель. Я ему... часы продал тетке моей старинной с цепочкой. А угрожали зачем? Я не угрожал, я просто сказал. Имейте в виду, часы прокляты. Они приносят беду тому, кто получил их нечестно. Нечестно? Да я за них заплатил. Но часы стоят гораздо больше. Кто вам это сказал? Не смешите меня. А всю эту билиберду о проклятиях мне каждый второй клиент рассказывает. Ольховский сказал 15 тысяч долларов, но не купил. А Власов дал только 5. Мне нужны были деньги. Никаких карманных часов ни в каталоге Власова, ни в списке вещей не было, это точно. Зачем вы приходили к антиквару в день убийства? Умрет. Умрет. Кто не заплатит цену, тот умрет. Георгий Николаевич, вы слышали мой вопрос? Гранат. Брегет. Мария Антуанетта. Зря мы его разволновали. Умрет. Я пойду за врачом. Умрет. Умрет. Вань, мне нужны данные на некоего Ольховского. Да кто же его знает? Известно только, что он антиквар. Ага, давай. Бригет, гранат. Бредятина какая-то. Нет, Смирнов то же самое бредил, когда его грузили в скорую. Ну, совсем головой поехал. Гранат, бригет, Мари Антуанет. Стих. Слушай, это же та самая королева, которая предлагала голодающему народу есть пирожное вместо хлеба. Готова гильотина и выпечен багет для бойкой королевы Мари Антуанет. Я смотрю, поэзия тебя не увлекает. Да нет, просто мне все это что-то напоминает, но я не могу вспомнить, что. А ты никогда ничего не забываешь. Что вы на меня так смотрите? Нет, нет. Все в порядке. Гранат, Бригет, Мария Антуанетта. Сколько на самом деле стоят часы? Действительно 15 тысяч, как вы сказали Смирнову? Точную цену я вам не скажу. Но часы действительно дорогие. Редкие. А почему вы их сами не купили, если они такие ценные? Ну, видите ли, мне за 70. И я хочу остаток своей жизни прожить спокойно. Это ведь не просто часы. Это часы Марии Антуанетты.
За 10 лет Мария Антуанетта заказала у Бреги в общей сложности часов 30. И все они очень ценные. И вы их все так хорошо знаете? По крайней мере, эти я узнал сразу. Я видел их в 85-м году у Грубера, когда тот приезжал в Москву. Конечно. Дело гостиницы «Гранат». Так вот, о чем бредил Смирнов. Все-таки, почему вы не сказали Смирнову об истинной ценности часов? Я слишком долго живу на этом свете. И знаю, что случается с людьми, когда они узнают, какими сокровищами они обладают. Где? Помочь? Я сама. А, вот, нашла. Вот здесь должно быть дело, о котором говорил Ольховский. Вы чего так на меня смотрите? Смотрю, как ты меняешься, когда чем-то увлечена. Все меняются. Все-таки, Полина, вы опоздали на смену больше, чем на час. Ну, Виктор Алексеевич, не ругайтесь. Все равно сегодня заселения нет. Ну, куда прыгаешься ты? Часы! Часы! У меня украли мои часы! Тихо-тихо, успокойтесь, господин Грубер. У нас такого не бывает. Возможно, вы просто положили где-то и забыли. Не оставь свои вещи, их украли! Подождите, я еще раз повторяю. У нас такого не бывает. Это недоразумение. Мы во всем разберемся. Предложи чаю, Полина. Не надо никакого чаю. Умоляю, дайте мои часы. Поймите, они бесценны. Это 18 век. Успокойтесь, я прошу. Давайте пройдем и посмотрим вместе. Подождите, у нас такого не бывает. Не бывает. А что случилось? Часы пропали. Сейчас такой шухер поднимется. Мама, не горюй. Hören Sie mich. Это не просто часы. Это часы Марии Антуанетты. Она их получила от Реге по собственному заказу, когда находилась в консьержерии. Но заплатить за них не успела. Поймите, это последняя ценная вещь, которая осталась жена Людовика XVI перед гильотиной. Я понимаю, понимаю. Не понимаете. Эти часы, они приносят несчастье тому, кто за них не заплатил. Тот, кто их украл, он погибнет. Товарищ Грубер, вы часы когда видели последний раз? Утром здесь они были в моем номере. В сейфе. Не, я не признаю сейфы. Они сразу же бросаются в глаза, их в первую очередь взламывают. Ваши сейфы. То есть персонал убирал этаж? Что? Кто из персонала убирал этаж? А, еще Стрелапины это. Они сейчас здесь? Что? Они здесь сейчас. Вероника уже ушла. Екатерина здесь. Да. Пытаюсь дозвониться твоей сестре. Виктор Алексеевич, вас зовут. Милиция всю гостиницу обыскивать будет. Я попробую дозвониться сама.
Импортные шмотки. Так. Фарцой занимаемся. Это не мое. Я ничего не прятала. А в прачечную есть доступ у всех сотрудников. Тут и раздевалки рядом, и душевые. Ну чего там? Шкафчики горничных осмотрел, все пусто. Ну, с вещами мы разберемся позже. Скажите, а где ваша Вероника Лапина? Мы, к сожалению, пока до нее не можем дозвониться. Иван Андреевич, думаю, причина смерти – травма головы и шеи, которую она получила во время падения. Угу. Следов взлома входной двери нет. Так. Ну, а кто милицию вызывал, выяснили? Представился соседом, а кто именно – неизвестно. А это плохо. Тихо. Там Егор, в другой комнате Егор. Мальчик очень напуган. Он ничего не говорит. Только па. Вы знаете, кто это мог быть? Кого он так называл? Коля, бывший муж Вероники. Шум у них вечером вчера в квартире был. Я думала, Колька приперся. Угу. И часто он сюда наведывается. Да как выпьет, так и приходит скандалить. У Вероники недавно кавалер объявился. Вроде так ничего, мужичок хороший. А Колька ревнует, вот и таскается разбираться. Вот этот Николай, он вообще чем занимается, не знаете? Он вообще работает? Работает. Он подвязался грузчиком в магазине за углом. А в чем дело-то? Я вроде закон не нарушал. Убита ваша бывшая жена, Вероника Лапина. Боевая рана? Стекло в двери на кухне менял. Пьяный был, упал. Стекло в дребезги, рука еще не зажила. Вы как думаете? Кто мог убить Веронику? А я почем знаю? Это по твоей части, начальник. Так я вот и думаю. Может, приревновал к новому ухажеру, да и не сдержался. Ты что такое говоришь-то? Я любил ее. А вот хахаль ее новый, вот он мог. Я тебе точно говорю, мутный он. Значит, знаешь его? Конечно, справки-то навел. Краснов фамилия. Администратором в гостинице работает. Шарфики, одеколон. Вот. Вещи сестры забирала. Я ищу Краснова. А вы разве не знаете? Вчера ночью его сбила машина, он в больнице.